Рохман, за кого вы будете голосовать во втором туре? За Порошенко или за Зеленского? Да. Что да? Что да, то да. Рохман, что вы скажете за сдачу анализов кандидатами? Ну, вы знаете, не так я себе представлял свежую струю в политике. Так а за кого из них вы все же будете голосовать? Ну, судя по опыту белорусов, наверное, за того, у кого анализы будут хуже. Но почему? Ну так, чтобы не засиделся.